Амуче Чайлалек. Меткирие Анна. Здравствуйте, меня зовут Анна. Бадунару Ураричтей. Тумчайлага Миттема Эну Лена. Будем учить юкагирский язык. Сегодня наша тема — река Лена. Эну Лена. Река Лена. Лена эну искелёнь читней чамонь. Река Лена глубокая, длинная, крупная. Эну Лена баягияги вервей. У реки Лены быстрое течение. Лена иньердага часовня лей. У истока реки Лена стоит часовня. Энуга пайоджа альгалей. На реке водится много рыб. Лена агыл чечеркин саал нотиней ласуней. Вдоль берегов Лены красивые леса и дремучая тайга. Лена эну югуллагар агылдага ленские столбы лей. На правом берегу реки Лена находятся ленские столбы. Тада ананамуч. Там очень красиво. Пайоджа кэдэ эвриенуни. Приезжают много людей, туристов. Ханджамэн левэймэн тада чаманэн нотиней. И зимой, и летом там очень красиво. Ваи нидага. Еще раз повторим. Эну Лена. Река Лена. Лена эну искелёнь читней чамонь. Река Лена глубокая, длинная, крупная. Эну Лена баягияги вервей. У реки Лены быстрое течение. Лена иньердага часовня лей. У истока реки Лена стоит часовня. Энуга пайоджа альгалей. На реке водится много рыб. Лена агыл чечеркин саал нотиней ласуней. Вдоль берегов Лены красивые леса и дремучая тайга. Лена эну югуллагар агылдага ленские столбы лей. На правом берегу реки Лена находятся ленские столбы. Тада ананамуч. Там очень красиво. Пайоджа кэдэ эвриенуни. Приезжают много людей, туристов. Ханджамэн левэймэн тада чаманэн нотиней. И зимой, и летом там очень красиво. Тумчайлага мит урарычол ниджарпэй тема эну Лена. Сегодня мы прошли новую тему — река Лена. Урарычник мит евлигие вадунару. Ниёлгитнер. Учите наш родной юкагирский язык. До встречи!